музейно-выставочном комплексе прошло еще одно замечательное событие – это открытие новой экспозиции. Дмитровчан и гости города знакомят не только с необычной и удивительной выставкой искусства народов Африки, но и открывают новое межмузейное сотрудничество с Государственным музеем искусства народов Востока. Экспозиция выглядит прекрасно. Первое наше такое пробное сотрудничество с этим музеем получилось совершенно случайно. Я работаю в музее Востока уже на протяжении лет 7, вот, и постоянно хожу на работу на электричку. И как-то в один момент мне пришла идея, почему не зайти и не познакомиться с коллегами. И из этого как раз родилось вот этот проект, который с успехом прошел в 23-м году в музее Востока. Вот. Очень яркие работы живописные, которые были отреставрированы благодаря профессионализму наших реставраторов. Вот. Прекрасный куратор. И вообще выставка получилась очень интересной. Этот первый совместный выставочный проект стал прекрасным началом к длительному и плодотворному сотрудничеству. Выставка посвящена Конголезской художественной школе, которая была образована в Браззавиле в Республике Конго. Эта коллекция в Музее Востока собралась из ряда выставок, которые проходили в 70-х и 80-х годах. Так как это прошлый век, и, соответственно, Африка, страна Конго, Демократическая Республика Конго, мы можем увидеть вот эти полотна, они даже нарисованы, написаны не на холстах. Вот. Это всевозможный подручный материал. Вот. И они очень отличаются от классической школы. Там были свои направления. На экспозиции представлено более 50 произведений школы живописи Пота-Пота. Несмотря на то, что в глазах большинства зрителей африканский континент – это место, где производят только маски и ничего кроме, мы очень рады представить публике живописные работы. Но поскольку Африка – это не большая интересная страна, а огромный континент, мы показываем искусство одной страны. Это искусство Республики Конго, 60-е и 80-е годы. Это произведения, связанные с творчеством художников живописной школы Пота-Пота. Самая известная школа и Республики Конго, и, пожалуй, одна из самых известных на континенте в целом. Главной идеей школы Пота-Пота было раскрытие таланта чернокожего местного населения. Основатель школы набирал к себе молодых мужчин, которые умели рисовать и обеспечивал их возможностью проживания необходимыми инструментами для рисования. Тогда же возникли сюжеты, которые в картинах воспроизвели множество раз: танцоры, пейзажи, охотники. В картинах стали изображать африканские маски и статуэтки. Выставка будет работать до 14 июля, ну а более подробно об экспозиции «Африка. Чувство цвета» мы расскажем в программе «Творческая гостиная».